Я, кстати, стыдно Там сказать, и однажды в этой также, да, позиции ходила на одном сегодня. из турниров после хода ферзь b3 предложил Леша ничью Широва. И он? Классик? Он со словами, ну надо бы, конечно, было поиграть. Согласился, да? А сейчас можно так уже не говорить, можно просто согласиться и пойти на кухню, чай готовить. Нет, но дело в том, что мы были, как бы играли за клубы в испанском каком-то чемпионате. Это было в тот день, когда в 4 часа утра полиции, ночи в полицию забрали как раз Лёшу Широва за и что? Александрова. За Лёшу Александрова. Ну, не совсем, не мы, мы нормально сидели, но к нам пришло где-то, подсело 3 человека из, ну там русские, которые из мафиози, которые убежали. Ну там, знаешь, где это было? В на каком-то острове мы были, да. Помните, там постоянно да, задерживая. Вот они, эти ребята, ну там видно, что это они. И все было бы ничего, но Леша с ними подружился, Алексеев пригласил к нам. Убери руку, Женька, да. Плохо слышно. Да. Пригласил к нам за стол, и его же, конечно, значит, отметили ребята. Да? Да, конечно. Ужас какой, господи. Алешка его защищал, естественно. Ага. Ну и вот они потом оказались в полиции. И чем закончилось? Отпустили? Ну, а они пошли как бы заяву писать. А, они заяву пошли писать? Это полицейские их и так боялись, тех ребят. Ну да. Слушай, Леша Александров вообще горазд, конечно, попадать в истории. Причем тоже на испанскую лигу, встретил Александрова в Праге на костылях, значит, с гипсом на ноге. И на вопрос, значит, ну а что произошло, там футбол, все оказалось, что армрестлинг. Ну, это человек, который сломал ногу при борьбе на руках. Это все-таки талант. Может быть, да. Да, красиво.